Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Sleeping Dogs. В прошлой серии мы были в гостях у дядюшки По, так сказать, уже побывали, познакомились с одной из глав триад, глав больших семей, точнее. Так, какие у нас задания, собственно, есть? Водная улица, будущая невеста. Давайте-ка с невестой познакомимся. Насколько я помню, это будет невеста Винстона Чу. Но могу я и ошибаться, конечно. Так, 50 тысяч халявы. Круто. Так, давай-ка мне мою машинку. Но... Господи. Эй, управление. Прошу прощения, что-то с управлением не судьба. Надо отсюда свалить. Что-то как-то странно, знаете ли. Управление как-то себя ведет не так, как нужно. О, смотрите-ка, тут есть магазин одежды. Может заглянуть? Так, что вы тут продаете? Небось подделки. Давайте посмотрим. Футболка. Это, кстати, классная футболка, ёпта. Я не знаю, ну давайте-ка немножко поменяем имидж. Наденьте комплект, чтобы наносить на 5% больше урона. Почему бы и нет? Деньги у меня есть. Come again. I got clothes. Так вот это вот штаны, да? От него. These are the latest. Да, давайте возьмем. These are the latest. Perfect for you. Excellent. Ну еще давайте какие-то очонки. Хотя нет. Очонки это. That's an entire wardrobe. Явно не по мне. Please come by anytime. Немножко поменяли имидж. Takes guts to wear that. Хотелось бы, конечно, выглядеть представительнее, но почему бы не походить в более-менее такой светской одежде. Перебор. Так, что у нас тут есть? Тут у нас есть пара алтарей, но... Да хер с ними. Сейчас первоначальная задача добраться до миссии. Вот это еще классные машины тут ездят. Надо будет как-то прикупить такую. Я так уже постепенно, потихоньку начинаю приходить в себя, вспоминать сюжет. Блин, 800, и это мы еще выезжаем только на автостраду. Это херово, это далеко нам ехать придется. Да твали ты нахер! Что-то у меня сегодня навык вождения очень-очень плох. Воу! Ладно, неважно. Ага, я провтыкал поворот. Ну тут подраться можно. Но как-нибудь
Да сейчас, блядь, как-нибудь. Чё, как дела, пацаны? Так, вот и сейфик сразу. Чё, взламывать? О. Пять тысяч. Неплохо. Я не знаю, что за проблема с управлением. Иногда такое чувство, как будто залипают кнопки. Это, ну, странно. То есть это только в Sleeping Dogs. Я не знаю, почему. Раньше как-то, ну, точнее, в первых сериях это все было как-то попроще, что ли. Ну, таких проблем не было. Это точно. Нет, алтаря тут нету, к сожалению. Я думал, прямо в переулке. А нет, это где-то на верхотуру надо лезть. Но я не стремлюсь их все собирать, поэтому... По-прежнему ориентируемся на сюжет. Бля! Сколько тут? Ну 200 метров, ну сколько же можно? Почти ж приехал. Простите-ка секунду, сейчас я посмотрю, что у меня с процессами. А на самом деле, хз, в чем дело? Но эти тормоза, это ненормально. Мне так кажется. Вот что сейчас происходит с управлением? Я не знаю. He mentioned it the other day. Congratulations. 梗係啦，到時間啦。 Peggy 咧就係想準備啲婚禮，咁佢又唔叫 Winston， 我會揾人車佢。啊，咁你啊唔介意啦吧，嚇 ？No problem at all, Mrs. Chu. 好，咁就好啦。啊，走走啦，唔該曬。Конечно, какие проблемы？ 你哋攞多啲雞俾我啊，嚇？咪企喺度傻瓜咁。Нифига, она там кухней заправляет. Тиранша, тиранша. Hello, Wei. Thanks Привет. For driving me around. Yeah, no problem. So, where are we going? The flower shop. I still have to pick the color I want. You won't believe how much work it is to get ready for a wedding. We've been planning for 8 months now, and there's still so much to be done. I'm sure it'll be fine. It better be perfect. My wedding has to be perfect. Понятно. Ну хорошо. Это что такое? А, понятно. Окей. So Wei, do you have a girlfriend? No. My life, it wouldn't be a good idea right now. Your life is why it'd be good. You have to have someone you can be soft with too, Wei. It's very important. If you're hard all the time, one day you'll forget how to be soft. Then what will you be? If you say so. I do say so. You are family now, Wei. I have to look out for you, just like Winston. After the wedding, I'm gonna find someone for you. So how do you get on with Winston's mother? She's a handful. But, you know, her bark is worse than her bite. That I know. How about her meat cleaver? Ha! That's worse than her bark for sure. Now, she used to scare me, but then one day, I was having a problem with Winston. He wasn't paying enough attention to me, too distracted with work. And Mrs. Chu gave him a big lecture in front of the whole gang. I thought she might use that cleaver on him. Ever since then, Winston's been an absolute doll.
And even though she still yells a lot, I know her heart is in the right place. Well, you're lucky. And my mother never liked my girlfriends. I guess it's hard for the moms. Well, I mean, you know, I used to have a thing for blondes, too. And that drove her crazy. Bad enough if I went out with a Chinese-American girl, but a whitey? Well, it's good to know she was loyal to her people. No, she's loyal to her prejudices, more like. That, too? Классная машина, между тем. И, судя по всему, скоро будет свадьба. Это хорошо. Хотя у Винстона немножко не та работа для того, чтобы... Нифига, разочек таранился и все. Настроение в нее ушло. А, оно восстанавливается. Но тем не менее. Значит, тут нужно очень аккуратно водить. Ну, это вот так, типа. Типа. Так, блин. А, блин, почти приехали. Знаете, в такие моменты игра мне напоминает мафию. Или какую-нибудь GTA-шку. Потому что вот, например, в GTA 5... По крайней мере, то, что я поиграл на Xbox, это больно. Это вот полчаса, час ехать до миссии по этим, блядь, закоулкам. Here we are. Приехали. So good to see you again. Welcome, welcome. I'm here to finalize the details of the flower arrangement. Yes, yes. I'm just the driver. Да, не надо меня трогать. Ты сразу налетели тут. Давайте-ка я ему что-то впарю, по-любому вам что-то нужно. I'm just gonna change back and we'll be done. Actually, there is one other thing. Black orchids. This probably sounds silly, but it was my mother's favorite flower, and now that she's gone, I was thinking that I'd love to have a black orchid centerpiece. I'm afraid that's impossible. There are none to be found in Hong Kong. Really? Well, I thought they had some down at the Garden Temple. Well, yes, but they're not for sale. The other day, the CEO of Old Boy Trading wanted one for his daughter. He told him they offered Temple $100,000. They still say no. It's incredible, no? Ну, значит, мы их достанем. A black orchid at a wedding guarantees that the couple stays together for the rest of their lives. Oh well, Wei, come on. We can go now. Там была статуэтка на столе. Ее надо забрать. All right. Next, we need to pick up the wedding cake. So you gotta... Wait, what are you doing? Заткнись. Сейгун. Это еще не все. Так. Окей. Хорошо. Right. Все, теперь возвращаемся и едем дальше по делам. Опять саны километр ехать, конечно, но... Winston's in charge of that. Ничего страшного. He knows I'm very particular about cakes, but he promised I wouldn't be disappointed. I'm sure Winston will impress me. It's our wedding, after all. And your wedding has to be perfect. Now you're getting it. Wow. Что это? Звонили из магазина, кто-то хочет украсть наш свадебный торт. So your mother took you to the States? Херово. Yeah, you know, she loved Hong Kong, but she wanted to give me and my sister a change of scenery. Oh, were you being a bad little boy? No, it was Mimi, my sister. Growing up in Old Prosperity, she, you know, she started down a particular road and couldn't get off of it. And my mother hoped that moving to San Francisco would shake her up. Change who she hung out with, you know? Did it? Yeah, for a while. But some habits die hard, you know? Some don't die at all.
I'm sorry, Wei. Winston mentioned that she... Да, ничего страшного. My car! Это твоя машина? It's okay, Peggy. Да, я думаю, все нормально. It's good to remember where you came from and where you're going. Я не дам ему красть торт. Пускай даже и не стараются. Hey, isn't that a van from the wedding cake company? Hang on. What are you doing? The guy had the wrong address. Winston asked me to make sure the cake is delivered. He's so thoughtful. Так стоять, а какой кнопкой там выпрыгивать? Играй управление. Ой, пардон, не то. Это настройки. Это настройки. Раскладка. Вот. Так, свободный прицел. Это так. Так. А по-моему это не менял, по-моему это осталось на Q. Wait, slow down! Peggy, if we don't catch that van, you won't have your special cake at your wedding. What? Faster, go faster! Сейчас догоним, все будет нормально. Не бойся. Кто тут эти фишки поставил, мать их? He's not pulling over. You're a gangster. Do something. Get out there and get him. Here. Careful, don't hurt my cake. Don't worry. Get that van. I'll follow you. Ой. Я упал. Пардон. Начать с контрольной точки. Бывает. Я вроде нажимал. Но говно случается. Isn't that a van from the wedding cake? Да езжай же, ну. Hang on. What are you doing? The guy had the wrong address. Winston asked me to make sure the cake is delivered. He's so thoughtful. Wait, slow down. Peggy, if we don't catch that van, you won't have your special cake at your wedding. What? Faster, go faster. Блин, эти мотоциклисты, я их ненавижу. Ненавижу ездить на мотоциклах. Ненавижу мотоциклы. И ненавижу еще фишки на дорогу. Вот это вот тоже. Очень-очень раздражает. Так. Ну. Ну. Этот фургончик не может быстрее ехать за мою машину. Ого. Оказывается, может. А ну стой, мать твою. Нифига он там жарит. Ой. Ёбана мать! Это все управление, я тут ни при чем. О май гад! Не надо бояться. Ну, о, догнал. Ну почти. He's not pulling over. You're a gangster. Do something. Get out there and get him. Here, take the wheel. Careful, don't hurt my cake. Don't worry. Get that van. I'll follow you. Да какого хера? Я ж нажимал. Чё за говно? Ладно, когда получится, включусь. Just want the cake. What? This is my cake. Mine. Look, I don't know what Dog Eyes is paying you. But it's not worth it for a wedding cake. I don't know no dog eyes. This is for my wedding. My wedding is going to be perfect, you hear? Perfect! You want this cake, you're going to have to pry from my dead fingers, you hear? Пошла нафиг. Вот так это и работает. Так, хорошо. Блин, вы не поверите, я проходил этот момент, ну раз 100, наверное. Этот сраный баг с залипанием клавиш, это какой-то капец. Пришлось даже перенастраивать много клавиш. И вот, как вы видите, успех. Что-то я не помню. Вот, видите? Вот. Сейчас, что это было? Никто не знает. Когда я проходил первый раз Sleeping Dogs, да даже ничего и рядом такого не было. Было все нормально. Никаких багов, никакой херни подобной.
А вот тут что-то вообще никак. Я не понимаю, с чем это связано, почему оно так работает. Причем раньше я играл еще на слабее системе. Поэтому фиг его знает. Ну, прошел и прошел. И то хорошо. Tell Winston I got the cake. Wow, that's great. I'll take it right to him. All done. Thank you, Wei. Так, теперь давайте-ка обратно вернем настройку, ну хотя бы на... Где она? Мать ее так. Где она? Эта кнопочка. Вот, контратака. Давайте-ка на правую кнопку мыши. Обратно. Остальные настройки меня, в принципе, устраивают. Thank you. You know... It makes me think. The wedding just won't be perfect without that orchid. We're going to the temple, aren't we? I knew you'd understand. Да, мы идем. Да, иди в жопу. Я ради тебя торты воровал. No, not anymore. Well, you're wrong, Wei. You have family. You have us. Thanks. No, I mean it. Wei, what are you doing? Людей сбиваю, что не видишь? I appreciate it. Man needs brothers, uncles, and sisters too. To help me with that soft side. Don't laugh, it's very important. You know, I could probably set you up if you want. You're a good-looking man. Thanks, but I'm not looking for any... Ah! You're still playing around, huh? Well... Let me know if you ever change your mind. I know some nice girls. But watch it! You could hurt somebody! My car! My car! Да ладно тебе? Жалко, что ли? Так, ну мы приехали уже, надеюсь. Надеюсь, это... Ага. Эта супер-мега забагованная миссия, она как бы закончится. Потому что у меня было разное. Этот фургон и под текстуры падал, и разбивался сам по себе. Wait here, I'll be right back. И непонятно, каким магическим образом он вызывал к себе на помощь полицию. Но все было довольно плохо. О! Шаолинь! Холлиуса! Ладно. Пойдем. What are you doing here? When energy flows among flowers, we are all everywhere. I am here and not here. I love flowers. Ah, brother! So true, so true. Да. Конечно, херню сморозил, но пойдет. You don't belong here. What is belonging, brother, when we're all part of the same cosmos? I guess failure is impossible. Так, а чё, не сюда, да? Похоже, что нет. Так, давайте посмотрим, куда бы. А, это аж там. Hey, who are you? Well, who is anyone? When we are all each other, part of a single great organism that never dies. Ah, brother. So true, so true. Это круто. Мне нравится вот это вот забалтывание. Это не стелс, но я думаю, стелс к этой игре и не нужен. Ну чё? Какая прелесть, а? You о! Stop right now! Бежим! Не-не-не, просто бежим. There he is! Over here! Ого!
Ого, а чё-то так стало всё быстро? Ого. Нифига, они говна раздают. Монахи шаолинские. Да я ж нажимал, ты, сука, дрянь, тварь. Да уж. Конечно, крутые они. Ну давай через контратаку туда убивать вас. Ого. Не, реально крутые ребята. Офигеть можно. Вот это бойцы, конечно. Так, ну валим отсюда, пока не прибежали новые, конечно. Все это было круто, но... Здорово, я достал цветы. You got them? Oh, wait, thank you so much. How can I say no? Peggy, do you have any Winston's clothes in the back? I don't think these robes gonna make the right impression. What do you think about this? Yeah, sure. Oh, cops, perfect. Бля. Вот это плохо. Ну ладно. Я думаю, сейчас оторвемся. Winston is not gonna like this. Я думаю, это не проблема, потому что к этой тачке я уже привык. За все время этих погонь. С этой тачкой проблем не должно возникнуть. Don't scratch the paint. Смотрите, какие приставучие, а? Как они меня догоняют на своих... ...тротайках. О, смотрите-ка сам. Ну отвалишь ты уже, ну... Несчастный. Thank you, Wei. Thank you. It was my pleasure. And if you're gonna be my sister, the least I can do is help out with your wedding. Your mother would be proud of you. I hope so. Sometimes I wonder. No, I can see it. My car, my car! Да не ной ты, ну, сестра. Wait, what are you doing? Peggy, I... Nope, I know, women's intuition. It's the same with Winston. He talks tough, but underneath he's a very caring man. That's why I love him. Thanks. That's the secret. You do what you have to do, but you always remember your family. Но с управлением реально пиздец какой-то. Then you'll always be happy. What's it like in America? Less crowded. I guess. Do you like it better here or there? In some ways, I was more comfortable there, but it wasn't home. Вот что сейчас с машиной происходит? Никто этого не знает. Вот, я резко поменял наряд. Thanks for being so helpful, Wei. I really appreciate it. Of course. Sometimes this wedding thing
stresses me out. There's so much to get right, and you only get one try. Don't worry, Peggy. It's gonna be perfect. Oh, it's so nice to find someone you can really rely on. I can see why Winston likes you. О, блин, вроде как разобрались. Так, 2,5, одеяние монаха. Так, униформа прачечной Уинстона. Забавно. Так, а ну-ка. Да, я думаю, пожалуй, на этом уже можно их заканчивать. В следующей серии мы двинемся... Да, даже не знаю куда. Либо к полиции, либо... отдадим нефритовую статуэтку, но и тем мы явно займемся. С вами был Марс, всем спасибо за просмотр, серия получилась довольно-таки, ну, такая кривоватая, потому что проблемы с управлением и плюс вот эти бесконечные мои попытки, хотя они и не попали на запись, но тем не менее, осадочек такой, тебе знаете, дурной остался. Вот, всем спасибо за просмотр, с вами был Марс, до новых видео, всем пока.